Одному никак понадобились помощники. Трон и Клум. Точно. Трона создал Алан для прежней системы. Я перетащил его, чтобы охранял эту. Клу был моим детищем, запрограммированный на создание совершенного мира. Работа кипела. Мы строили утопию. Часы здесь были лишь минутами снаружи. Когда уже казалось, лучше быть не может, произошла странная вещь. Волшебная? Волшебная. Ты все помнишь. ИЗО. Изоморфные алгоритмы. Новая форма жизни. Ты их создал? Нет, нет. Этим я обязан небесам. Возможно, я лишь, сам того не подозревая, создал условия для их появления. Столетиями мы мечтали о богах, об инопланетянах, о неземном высшем разуме. Ты тоже видишь? Они появились тут, словно цветы в пустыне. Беззащитно наивные, бесконечно мудрые. Я словно прозрел. Все, что я старательно создавал в системе, власть, порядок, все утратило смысл. Я жил в хрустальном замке иллюзии. Изоморфы разбили его. Как развит был их корневой код, это электронная ДНК. Вирусы не страшны. Наука, философия, все представления человечества о Вселенной оказались ложными. Это биоцифровой джаз, брат. Изоморфы стали бы моим даром людям. Что же помешало? Клу. Клу помешал. Готов транспорт, чтобы привезти тебя на портал. Ты все оставляешь до последней этапы. Что ты все время волнуешься, Трон? Все у нас нормально. Все работает как часы. Флинн! Я все еще строю совершенную систему! Да. Клу поднял мятеж. Уходи. Ты дефект системы. Зачем? Флинн, уходи! Трон. Он сражался за меня. Больше я его не видел.